лайки, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, и мы начинаем. Погнали! Скажи, а что тут надо делать? А тут нам надо скидывать. Продавать! Вот, блин. У нас Brawl Stars. На фотографию, вы как увидели. Ну и кто? Кто к нам зашел такой? Это Стив из Майнкрафта. То есть ты все сосисочки уделал, да, получается? А мы с Майнкрафт записывали. Да, было дело как-то. Слушай, сосиски, по-моему, жирнее стали, да? Нет, у нас становится жирнее, когда... Когда кого-то забивают? Да, кто-то, например, нарезал кулек, или на ножницы, или падает куда-то. Я в воздухе просто. Это жесть вообще, конечно. Я просто в воздухе, чудо. Это просто какой-то Unreal, ребят. Ставьте пока лайки, подписывайтесь на канал. Пишите комментарии, какие игры вам нравятся. Может быть, что-то записать для вас. Эту игру вообще сегодня делать. Каналы будут копа в разных каналах. Слушай, молодец. Вот это засолка. Слушай, ты, конечно, злодей. А вот это можно взять, эту треску-то, нет? Ой, последняя сосисочка желтенькая какая-то осталась. Цыпленок какой-то непонятный. Это да? Банан. Банан? Ну все, пока, банан. Пока. Final kill. Это значит конец игры. Это значит, ты убил. Финальная смерть. Опять реклама, что ли? Я ее пропускаю. Нам реклама не нужна, да, ребята? Реклама, да, не нужна. Опа-па-па-па. И мы можем еще кого-нибудь утопить. Ой, зеленый какой-то появился тут. Это Халк. Халк тут даже есть? Халк. Это моя сосиска. Неплохо, неплохо. Давай, давай. Кто подойдет, тому будет разворот. А вот это была акула, а это Джокер. Неплохо. Е-е-е. Ну какое у тебя место-то? У тебя первое там, что ли? Да, первое. Когда я самый большой, вот эта стрелочка, где играть. Погнали. Слушай, ну, давай. Ну, кто на меня? Слушай, неплохо вообще все делают. Ой-ой, вот этого коричневого давай. Слушай, ну ты большой какой стал вообще. Не, я обалденный, конечно. Ты был прав. Слушай, да там магнит, поджать что, правда? Оп-оп-оп. Руки только поджарятся. Что? Она не горит? Как ты не поджарилась, свининочка? Отойди с края-то, эй! Вах! Вах-вах! Давай скидывай все хорошее. Ура! Final kill! Yeah! Double kill! Не дабл, вин просто, да. Ну как, что там у тебя? Юм, первое место, это отлично. Реклама. Это Brawl Stars. Вот это вот сверху. Угу. Так, ну погнали. Что у нас тут теперь? Теперь там что-то пуляет с чем. Ты вообще, конечно... Об лопату, что ли? Да. Да ладно. Ну как ты мог так, а? Слушай, ну это просто какой-то фейл был. Давай подальше от ножа от этого и... Да, ты очень опасный. Так, вот этого синьорита надо, вот этого зак... Ай-яй-яй! Хорош! Да ладно! Меня мелкие
только с колбасой. Которая по колено тебе, да, буквально? Да. Эх, ну ладно, давай, сейчас я думаю, ты все худеешь. У меня ладошки сейчас потненькие. Потненькие ладошки? Так, стыдно, папе надо тебе с полмира. Ух, блин, стоп, давай. Да ладно. Слушай, какие не наглые, а. Давай. Да, она где-то застряла. Ай-яй-яй! Да хорош! Слушай, подальше от этой лопаты держись, а? Что-то как ты уже второй раз на нее попал. Меня просто сдвигают. Мелкие бойцы. А вниз сместиться не судьба? А там еще один нож, да? Ну ладно. Да, там ножницы. А вот тут... Ну, здесь нормально нож. Хорош вообще, да что такое-то, блин. Это что? Слушай, какой у тебя фейл за фейлом идет. Давай-ка уже надери задний фейл. Попробуй. Сколько можно уже так сливать-то прям без конца. Так. Так, так. Вот какое месиво-то вообще, ребятки, смотрите, что творится. Я не могу! Это вообще злодейский какой-то. Злодейский какой-то все-таки. Геймплей у нас. Да ладно! Отойди! Все. Final kill, давай 5. Отлично вообще сделали все. А я думала, что я его сброшу и пойду туда сам убиваться. Бравл Старсе нужно добыть какую-то вот эту. Это моя нелюбимая локация. Не понял. Вот. А почему нелюбимая это? Можно что-то? Какой-то вообще, слушай, какая смехопанорама, а не игра прям. Погнали. Сосисочки, сосисочки. Трам-пам-пам-пам-пам-пам. Та-да-та-та-да-та. Вот тё-тё-тё-тё-тё-тё. Слушай, ты там очень опасный, конечно, встал. Никого не пускаешь. Просто они бегут ко мне. Может, оттуда уйдешь все-таки или там опасно проходить? Опасно, опасно. Нафиг. Слушай, вообще... Страшно, да, правда? А это шоколадный заяц. Все, конец. Конец зайцу. А, нет, зайцу не конец. Слушай, он сейчас придет к тебе. Отойди, отойди, ты чё? Эй, вах, вах, ты чё творишь-то? Он нас вдвоем заколдует. Злодейкин. Ну вообще. Ну да. Какой-то амбеливый был просто, не знаю. Всех в мясорубку, короче. Отойди подальше! Так, понял с моей комнаты! Халк какой-то дрич вообще маленький. Его не видно даже. Какая-то это... Козявка. Козявка зеленая какая-то. Да. Халк что называется. Ой, смешно. О, нет! Нет! Да там окружили просто негодяи вот эти с трех сторон там. Вообще мне играть сложно. Почему? Ну снимать видео, конечно же. У нас какая-то там игра вышла, новая в Эксте. Ну
Да ладно. Двухпай, да. Пираты! Слушай, вообще зло прям. Да. Так. Такой же маленький, как ты, смотри, тоже. Пока. Я всех в девяточку уложил. В девяточку? Да. Ну ты Бравл Старс. Ну давай. Удиви нас на этот раз. На этот раз, наверное, не. Какие же они тупые создания. Не тупые, нифига! Он обиделся и скинул тебя за то, что мы его обозвали. Но ты все равно шестой. Давай, сделай этих сосисочек. Зажарь их. Все. Ты видел, я чуть не порезал зал. Ты вообще ужас какой-то. Пингвин, что ли? Нет, акула. А, акула? Акула! Я теперь прям совершенно скажу. Да ладно, зайчик тебе пришел. И зря сделал это. Это сейчас там было. Очень-очень смешная игра вообще. Слушайте, обоссаться просто. Ой, так весело мне еще не было, наверное. Смотри, у меня нагадно там. Да, годнота. Президент, смотри. Ух ты, ты что, может президентом быть? Юз, нажимай. Да не надо, там реклама будет. Нет, тебе давали и президента, ты что? Да нет, там за рекламу было. Да, ты уже нажимал? Да, я нажимал, чтобы стих. А, ну тогда ладно, я потом... У тебя комбо, 4 сразу улетели. Какой ты МС Мариша злодей, я понял. Тебе надо... Тебе надо злодейские играть. Тебе не нужны такие вот там сюси-пуси, всякие розовые сопли. Тебе нужно вот эту розовую тетку делать. Эй! Ты чуть сам не свалился просто. Ты сам упал, что ли? Да. Он сам нажал назад. Вот это вот, которые там 200 вот этих вот. Можно задохнуться просто от смеха. Можно задохнуться, а потерять голос. Вы нас не перешутите. Майнкрафт. Тупая игра. Кто в нее играть тут? Ну, все, Final Kid в бассейн скинул. Неплохо, да. Но реклама, конечно, достает периодически. А что, сыр? Нас тоже ранит, что ли? Это дай нам пирог. Бутылочка вина. Сыр, бокал разбитый. Разбитый, так будет плохо, наверное, когда ты не закрыл. Так, ребята, вот, давай. Надо на ножи все гнать, правда. Да, зверской гамес, конечно. Давно такого не было. Мочи. А сыр ничего не делают? Нет, вот это колбаски коричневые, немец. Сыр, понятно, вот ножом. Да хорош. Немцы порезали. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Убили негра.
Или негры били. Ни за что, ни про что. Замочили. Давай. Опа-па, рядом прям вообще. Миллиметрон такой прям получился. Миллиметраж. Давай. Опа-ка. Пока, дружок. И ты пока тоже, давай. Эх, бутылочка вина. Не боится сиса. Я его просто обманываю. Ой, какой-то скучный этот уровень уже. Или просто игра поднадоела. Ну давай еще последнюю и. Да, да. Ну что ж, ребят, еще один уровень, я думаю, достаточно. Или два же. Да, ну, может, два, да, максимум. Здесь какие-то бочки, да, у нас? Злодейский уровень, конечно, вообще. Выходи с доски с этой, ты чё? Тебя скинут сейчас. Сейчас скинут. Я уже... Я пошутил, ладно. Оставайся на доске. Злобный ты какой-то тип. Ну, да, девять человек захреначили. Еще одно, давай. Один. А девять человек, а я десятый. Девять сосисок ты захреначил. Да. Пусть они хреначат, а я отдыхаю. Дядюшка, а, пират, да, на одноногий такой, с деревянной ногой. Ну, кто кого, давай. Ну, все, ребят, пока. До связи. Ждите новых выпусков. Adios, Playtime!